13 октября. Переходной мост. Сегодня в ТМК буду снимать. Ну, во втором микрорайоне. Вон там стоит автобус, который туда едет. Он мне нужен как раз. Последняя остановка автобусов. Вот или этот 35-й, или вот этот 60. ТМК, второй микрорайон. Такой тоже есть. Еще советские корпуса есть тоже. Там надо с другой стороны снимать слева. Тут на весь микрорайон 4 корпуса всего. Здесь надо дождаться фотографии сделать. Сейчас, когда автобус разворот сделает, там придет и фотографии сделаю здесь. До того, как придет, сейчас еще сниму что-нибудь здесь.
Вообще-то считается, что в ТМК 1, 3, 4 и 11 микрорайоны. Но это тоже называют второй микрорайон ТМК. Здесь, по-моему, езидское кладбище. Здесь только девятиэтажные корпуса. А какой проект, не знаю. Похожий на чешский проект, как это, такие же, как и половина корпуса в Голданула. Ну вот, фотографии сделал, пошел дальше делать видео.
территории кладбища это лучше видно. Нет, далеко на кладбище я, конечно, не буду идти. Но отсюда подойдет. Вот весь второй микрорайон. В два раза увеличил масштаб. С этой стороны еще лучше смотрится. Сам себя вижу во враге. Теперь этот корпус увидеть, что. До меня сюда вообще еще не ступала нога человека. Я первый, кто сюда сунулся. Если спросить жителей Тбилиси, они тоже вообще не знают, что еще существует второй микрорайон ПМК здесь. Теперь с этой стороны.
здесь кроме этих четырех корпусов больше ничего другого и нету. Ну разве что коровы, которые там стоят. Цветы я тоже никогда не упускаю из виду, когда вижу незнакомые. И заряда в телефоне у меня 37% осталось. В поезде ни один USB-порт не работал. Сейчас между этими корпусами тоже надо как-нибудь видео сделать. А потом уже оставлю заряд для фотографии. Ну и вот этот корпус остался, конечно. Ну, как-то так. Ну, с этой стороны тоже как-то так получилось. Еды у меня нету с собой. Я сегодня с пустыми руками. В другой раз принесу. October 14. Лоткинская гора. Улица Худадова. Сегодня опять иду во второй микрорайон ТМК.
Вчера не получилось обратно ехать и снимать с заднего окна. Там один единственный всего автобус, и то это перерыв у него был. Пол второго перерыва у него. И вверх Тубани справа, но я там не снимаю. Тут куча свободной земли была, и все, кому не лень, взяли, купили себе земли, дома поставили себе. Пока еще улица Худадова. И вверх Тубани. Сейчас нужно дождаться, пока красный станет. Сейчас здесь перейти надо. Там дальше аквапарк, там водохранилище, а я вот так пойду. По этой трассе пойду. Улица Гареджи. Пока есть время, здесь тоже сниму. Аквапарк виден. И памятник тоже. Здесь кто-то взял землю, тоже строит что-то. Ну все, на этом пойду дальше сейчас. Отсюда тоже видно все хорошо.
все еще улица Гареджи. С вокзала через 6 минут только выйдет. До этого успею видео снять, потом буду там стоять, фотографии делать. Вот это старое здание, по-моему. По-моему, это тоже к Лоткинскому поселению относится. Так, сейчас, подождите, не все сразу. Сейчас всем отдам. Так, подожди, не все сразу. Всем достанется еда.
Это для котят. Так, давайте, кушайте. Не вырывай, я тебе уже дал. Это для котят уже. Ну-ка. Все, еда закончилась у меня. В другой раз принесу. Это тоже еще улица Гареджи, а я так не пойду. Я вот так прям пойду. Улица Йосельяни. Быстро приехал и фотографии успел быстро сделать. А дорога-то здесь какая разбитая. Не знаю, когда ее сделают, если вообще сделают. Здесь когда-то асфальт был, но он весь разбитый. Я там обычно не задерживаюсь надолго сзади, потому что там есть одна мерзкая овчарка, которая на нервах играет постоянно мне. Вот, начинается четвертый микрорайон. Блин, какой четвертый? Второй. Начинается второй микрорайон ТМК. Здесь я вчера начал.
По-моему, здесь вполне хорошие фотографии получатся, когда автобус буду снимать. Фотографии тоже сделал, хорошие получились фотографии. Вот наконец-то ровный асфальт. Смотри, это я для тебя принес. Сейчас. Сейчас. Сейчас дам, сейчас достану. Это с запахом мяса. Вот это держи. Сейчас еще дам, подожди. Сейчас, подожди. Сейчас.
Вот, держи. Все, больше нету, закончить. Половину другие собаки поели уже. Вот на этом я поеду обратно. Thank you.